Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Первые жертвы коронавируса в России. Не стало двух в Москве. Коронавирус. Последние новости. Друзья, неутешительные новости. По информации оперативного штаба Москвы по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, не стало двух первых пациентов на территории России. Это два пожилых человека, у которых был COVID-2019. Пациенты 88 и 73 лет. Диагнозы были поставлены прижизненно, говорится в заявлении оперативного штаба. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись соответствующие патологии. Напомню, что в Москве вводят особые меры из-за коронавируса. В столице ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года. На сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что будет прекращена работа объектов розничной торговли, однако аптеки и продовольственные магазины будут работать без ограничений. Свою работу приостанавливают рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общепита. Исключение сделают только для обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд. Такие ограничения Собянин назвал беспрецедентными, но необходимыми. Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но, поверьте, они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции, заявил мэр. На создание материала уходит долгое время, а вам, чтобы поставить лайк, секунда. Если вы хотите быть в курсе всех важных событий в социальной и политической сфере, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А также оставляйте свои комментарии по теме. Нам интересно любое мнение.